Всем привет! Мы сегодня расскажем о аварийный сигнал УАЗ-469. Мы встали на его реле Волга и кнопка аварийка от Волга. И работает хорошо. Пока мы не установили кнопку на место. Вот кнопка аварийка. И реле аварийный сигнал. Везде у нас ходит кабелам. Не отмотали, пока работаем с этим кабелом. Вот схема, кому-то интересно. Вот так соединяю с всем кабелам. В реле с маркой 950S, да. От Волга.